Дисклеймер. Данное видео создано с целью развлечения и обсуждения темы для аудитории. Видео не создано для угнетательства феминистических групп и лиц. Геймплей видео взят с канала Хит. Вся предоставленная информация в видео является сугубо личным мнением автора. В видео имеются спойлеры по игре. Приятного вам просмотра. Всем привет! С вами снова Форматик. И сегодня у нас видео про The Last of Us Part 2. О которой сейчас знают почти все геймеры мира. Я посмотрел все летсплеи данной игры от начала и до самого конца. Да, восприятие игры совсем другое, но мне лично есть что вам сказать насчет данной игры. Итак, начнем. Итак, давайте начнем с плохих сторон данной игры, а их уж поверьте очень много. Итак, первое. Не знаю, что сценаристы там напридумывали у себя в компании, но лично такого сюжета я не ожидал. В начале игры по наитупейшим причинам погибает главный герой прошлой первой части The Last of Us. Да, появляется очень огромный мотив для отомщения, но неужели надо было именно так убивать тупо главного героя первой части? Все время прохождения первой части строилось на отношении Элли и Джоэла. Сюжет, конечно, достаточно простой, но имеет и свои повороты и загадки. В первой части появляется чувство удовольствия от данной игры, потому что в ней имеется очень хорошее качество сюжета и геймплея. Почему Нил Дракман вдруг захотел сделать продолжение, когда достаточно было закончить это большое, трудное, но доброе приключение наших героев на той хорошей ноте, как закончилась первая часть? Конец игры обидно смотреть на Элли. Она потеряла свою любимую. Потеряла Джоэла, который ее оберегал с самого детства. Защищал, обучал мотивам и как выживать в этом жестоком мире. Это необыкновенное ощущение, когда игровые персонажи, которые написаны кодом, могут вызывать такие эмоции. Итак, ладно, давайте не будем о грустном, а перейдем к наитупейшим сюжетным, так сказать, переворотам, который сделал сценарист, наш любимый Нил Дракман. Итак, когда под самый конец, это является самый финал игры, когда Элли дается шанс убить Эбби, она просто ее отпускает. Вы понимаете, насколько было тупо это осознавать? Да, возможно, автор пытался и сценарист донести то, что жестокость это ой как плохо, то что это в мире ты ничем это не решишь. Да, имеется. Но когда Элли убила просто всех ее друзей, и бац, когда она по логике должна убить убийцу, человека, которого она так любила, и который ее так же любил, просто взять и отпустить... Это самая тупейшая вещь. Каким образом вы мне объясните? Каким образом? У меня просто от этого мотива бомбит. Naughty Dog. В чем проблема было сделать просто, так сказать, выбор, как ну, наподобие Детройта? Просто кнопочка убить или не убить. Все, достаточно. Потому что по логике Нил Дракман нам хочет сказать то, что здрасте, здрасте, я хочу вам показать то, что все так хорошо, не надо быть таким жестоким. Да, но когда ты уже перебил все и у тебя отделяет просто пару секунд ее утопить в воде, да, это Эбби, я про Эбби говорю, то, что ее топила она. Но блин, но она убила Джоэла и дохрена просто еще своих, и не своих, и, короче, дохрена убила. Это очень наитупейшая просто поделочка такая. Также имеется у меня придирчивость вообще к долготе игры. Какого хрена, Нил Дракман, ты сделал ее настолько растянутым, таким долгим, таким ненужным просто сюжетом. Объясни, зачем ты нам играть 10 часов дал за Эбби и его с какими-то ее там подругами, не подругами, трансгендерами. Короче, там вообще ахалай-махалай творится. Вы понимаете, нахрена, да мне вообще за Эбби противно играть. На кой черт это делать? Вы понимаете, меня бомбит просто от этого. Да
тупо бомбит нахрена. Я и дохрена других людей ждали эту игру. Целых 7 лет мы получили какой-то упожескую игру. Нахрена, нахрена вы мне объясните? Чтобы я почувствовал то, что, ой, Эбби это такая хорошая, то, что там у нее друзья были, а мы их перебили, ой, мы какие злые. Так если они нападают? Если они тупо нападают и убивают? Также вот насчет того, то, что вот Джоэл такой плохой, он убил врача. Насчет этого я согласен, то, что, типа, я не видел смысла убивать настолько врача, потому что, по логике, что он мог сделать ему? Типа, мужик с пушкой противостоять какими-то ножничками, ну, я сомневаюсь, то, что его надо было убивать. Да, Джоэл тут поступил неправильно, но вот вы сами вдумайтесь. Каждый день в этом постапокалиптическом мире, по логике, погибают родные, близкие, от бандитов, от всех. Если бы каждый просто бы мстил, то не было бы людей уже, просто не было никого. Понимаете? Это просто настоящий позор. По сюжету это просто позор. Мы не виноваты, то, что данная игра настолько нацелена на сюжет. И поэтому тупо молчать, то, что опа-опа, ты чё к сюжету придрался? Ну, блин, у меня просто бомбит. Ладно, ребят, давайте перейдем к плюсам данной игры. Уж поверьте, их тоже немало. Итак, первый плюс этой игры, это, конечно же, графика. Naughty Dog просто выдавливали все соки из PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro, чтобы настолько показать красивую картинку. Второй плюс, это, естественно, к деталям, мелочам и физике. Когда ты просто капельку задеваешь стекло, она трескается. А если ты прям наступаешь, она прям трескивается, происходит звук наступания, приходят всякие щелкуны и другие враги на этот шум, и ты просто офигеваешь, насколько это реально, просто реалистично. И третий плюс, ребята, это просто, я вам скажу, не знаю, как это называется, motion cancel, или как-то так, сорян за мой English, я Englishman, я это знаю, просто эмоции на лице. Все, как двигаются все персонажи, все настолько реалистично, это меня просто поражало. Это прям супер. Прям реально, реально супер. Итак, ребят, давайте подведем итоги нашего видео. Итак, насчет сравнения данной игры. Лично мое мнение осталось такое же, как и было. Первая часть гораздо, гораздо лучше второй части. В плане сюжета, складывающихся отношений в игре, данная часть гораздо грустнее. Нет, ни в коем случае я не говорю то, что данная игра убогая, и господи, выкиньте это все, сожгите это все к чертям. Я говорю о том, то, что первая часть гораздо лучше второй. И если вы захотите играть, то лучше поиграйте в первую. Советовать вам играть во вторую часть я вам не могу, так как мне она вообще не зашла, потому что сюжет очень странный. Да даже если бы не странный, понимаете, он очень странно складывался из каких-то непонятных вещей. А насчет того, то, что такие нелогичные многие вещи были, которые просто Нил Дракман вязал, это является не очень хорошо. В плане того, то, что у нас нет никакой линии выбора для данной игры. Все минусы я игры уже давно-давно сказал, поэтому тянуть нечего. Если вы хотите поиграть в данную игру, играйте, но посоветовать я вам ее тупо не могу, потому что лично она мне не, как-то не зашла. Можете написать в комментариях о том, как вы думаете насчет данной игры, понравилась ли вам вторая часть, какая лучше, первая или вторая часть. Общайтесь, делитесь разными идеями со мной, возможно, что-нибудь да снимем интересненькое. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Если вам данное видео не понравилось и вы с чем-то не согласны, пишите в комментариях, либо ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.